В этом году срок уплаты имущественных налогов, в том числе и транспортного, истек 3 декабря. Это произошло потому, что 1 и 2 декабря выпали на выходные. Следовательно, если вы не успели заплатить налог на сумму долга, начали начисляться пени. Сегодня законом размер пени установлен на уровне 1/3 ставки рефинансирования. Понять, сколько это на самом деле, обычному человеку затруднительно. Но смысл такой. Ставка рефинансирования Центробанка, сегодня она составляет 7,5%, делится на 300, получаем 0,25% в день. Если еще проще, то можно привести такой пример. Долг в размере порядка 11 тысяч рублей, который не был уплачен по сроку 1 декабря прошлого года, на сегодня сумма пени составила более 1000 рублей. Сумма пени подлежит также обязательному взысканию, обязательной уплате, независимо от уплаты суммы долга. Если сроки уплаты транспортного налога нарушены, то налоговый орган поначалу направляет должнику требование погасить долг. Как правило, это 10 дней. В случае неисполнения этого требования налоговики оформляют заявление на выдачу судебного приказа мировым судьям. И вот здесь могут начаться неприятности. После получения судебного приказа данный документ направляется уже либо работодателю для удержания и заработной платы суммы долга, либо направляется в банки, когда со счетов должников также удерживают сумму задолженности. Документ может быть направлен в службу судебных приставов для принудительного исполнения, и тогда служба судебных приставов начинает также взыскивать за счет имущества должника. Как известно, ставки транспортного налога устанавливаются законодательством каждого субъекта России. Это зависит от типа транспортного средства, например, легковое оно или грузовое, или от его мощности. В этом году и в следующем водители платят по старым ставкам. Однако осенью этого года депутаты Краевого законодательного собрания изменили систему налогообложения. Суть изменений в том, что учитываться будет не только мощность автомобиля, но и его возраст. Правда, новые ставки вступят в силу только с января 2019 года, а платить по новым правилам водители будут только в 2020. Кстати, некоторые водители до сих пор считают, что если они не получили налоговое уведомление, то у них отсутствует обязанность по уплате транспортного налога. Это не так. Уже 3 года действует закон, который гласит, что обязанность платить налоги не зависит от получения налогового уведомления. Чтобы узнать сумму долга, можно обратиться в любой налоговый орган Пермского края, либо с заявлением в МФЦ, или зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика.